статичном положении. Открываться не хочет и как-то лениво проследовал на скамейку запасных. Удаление будет у хозяев площадки. Вот, может, поэтому Алтунин не спешил. Пока там заменится вратарь, пока шестой полевой появится на льду. И шайба влетает в ворота. Гол не засчитан, потому что был отложенный штраф. Но у Йокерита выходит на реализацию. У парней из третьего сочетания ничего не получилось.